Здравствуйте, друзья! Вы на канале Мисси Кэш. Меня зовут Александр. И я изучаю английский язык с помощью приложения English Galaxy. Продолжаем изучать уровень 2 пазл на изучаемом языке. Составление предложения. Когда ты будешь гулять в парке в следующий раз? Когда ты будешь... When will you, наверное, вот так. When will you walk in the park в следующий раз? Это one more time? Нет. Next time, да? When will you walk in the park next time? When will you walk in the park next time? Так, дальше. Я забыл запереть дверь. Дверь. Я забыл. Forgot. Наверное, скорее всего. I forgot запереть. I forgot to lock. The door. I forgot to lock to lock the stop the door. Тай, где это, блин? I forgot to lock the door. I forgot to lock the door. Она согласилась поехать туда вместе. Она согласилась. Так, она, это she, согласилась. То есть, agreed, да, она уже это сделала, она согласилась. She agreed поехать туда, to go there together. Не, поехать. Ведь не went же ж. Она согласилась поехать. Согласилась. Она уже это сделала. To went there, что ли? Не понимаю. Так, она согласилась поехать туда вместе. She agreed to went... Go – это ехать. А went это она уже получается чего? Где там это go? Go, went, gone. Идти, ехать, да? Go, если went это она уже... Блин, не соображу, went. А ну-ка я наберу. Что-то я... Шел. То есть, ну, нет, тогда go. She agreed to go there together. She agreed to go there together. Да. Какие ошибки ты сделал? Да пока никаких. Какие это? Что какие это? What? What? What mistakes? Не-не-не, подождите. Какие ошибки ты сделал? Ну да, what mistakes? Так как это у нас есть сделал, то есть make, нужно do. What mistakes? Нет, не do, а did. What mistakes did you make? Вот так, наверное. What mistakes did you make? Что он хотел сказать? Что это? What? Хотел сказать. Это будущее время, да? Или нет? Хотел. Это в прошлом было. Хотел сказать. What?
What did you want to say, наверное, вот так. What did you want to say? Он, это... А где ты он пропустил? What did he want to say? Вот так, наверное. What did he want to say? Я знаю. Хорошо, я знаю. I know. Я знаю. Что я достигну своей цели рано или поздно. Вот какой уверенный слоган. Я знаю. I know that I... Это будущее время, да? I... Достигать-то чего? Achieve. I know that I'll achieve my aim, моей цели. My aim, рано или поздно, это early or так, late, опоздал, later, позже. Или поздно, да? То есть, my aim early. Тут нет рано, early. А тут нет рано. Ну, поздно это late. Тут, наверное, фраза имеется в виду рано или поздно это soon или soon. Ну, soon это скоро, а soon это скорее. Я не знаю эту фразу. I know that I'll achieve my aim рано или поздно. У нас early, рано, это прилагательное, да? А soon и soon, это чего? Надо понять просто. Что такое экран засранный. Так, soon. Наречие. Асуна. Тоже наречие. Тогда давайте выберем sooner. Рано или поздно. Late. Late поздно. Late позже. Тогда нет, тогда давайте aim soon or late, вот так. I know that I'll achieve my aim sooner or later. Sooner or later. Ну как это можно было угадать? Я не знаю. Наверное, можно было, но я не угадал. Рано или поздно это sooner or later. Будем знать, что sooner и later нужно употреблять рано или поздно. Что он имеет в виду? What he does mean, да? Или мы где ставим does? What does he mean? Вот так, что ли? What does he mean? What does he mean? What does he mean? Тут верно, хорошо. Он хочет покинуть этот город. He wants, он хочет leave, то есть оставить, да? To leave this city. He wants to leave this city. Он полетел в Соединенные Штаты. Он полетел, это he flies. А, не. Какой же flies? Он уже там, он полетел, это уже было. Это вторая форма от fly. Это flew, да? Давайте глянем повнимательнее. Fly, fly, flew, flown, flown. Fly, flew, flown. Так, flew, короче, да? Он полетел. He flew in the United States. He flew to the United States. Да. In, конечно же. Это ж направление. To. Flew to. The United States. Это означало две вещи. Это mean означать, да? It means означало. Подождите.
Это уже было. Это вторая. Это неправильный глагол или правильный? Mean. Mean meant meant. Неправильный. It meant two things. It meant two things. Я понял. Я знаю, что я достигну своей цели рано или поздно. А, ну тоже было уже. Тут я ошибся. I know. Я знаю. That I'll achieve my aim later or sooner. I know that I'll achieve my aim sooner or later. Ой, блин, ну серьезно, я еще местами поменял. Суна это рано. Лейт это понятно, блин. Он полетел в Соединенные Штаты. He flew to the United States. He flew to the United States. Еще раз, я знаю, I know that I'll achieve my aim. Рано это у нас sooner or later. Так? I know that I'll achieve my aim sooner or later. Так. Пазл на родном языке. Составление предложения на родном языке. I want to fly to America. Я хочу полететь в Америку. Нечего там тебе делать. Я хочу полететь в Америку. I want to fly to America. What do you want to do right now? Что ты хочешь сделать прямо сейчас? Что ты хочешь сделать? Ну или делать. Что ты хочешь делать прямо сейчас? What do you want to do right now? Что-то хочу. We agreed to do it again. Мы согласились сделать это снова. Мы согласились сделать это снова. We agreed to do it again. I found money in the street. Я нашел деньги на улице. You are lucky. Я нашел деньги на улице. I found money in the street. He prefers to eat homemade. Это домашнее изделие, да? Домашняя еда. Он предпочитает есть домашнюю еду. Он предпочитает есть домашнюю еду. He prefers to eat homemade food. Homemade food. Аудирование. Переведите услышанное предложение. Давай. She made a mistake. Она сделала ошибку. He agreed to sign this contract. Он согласился подписать He agreed to sign this contract. этот контракт. Он согласился подписать этот контракт. When will you leave this country? Когда ты покинешь эту страну? Когда ты покинешь эту страну? She didn't want to buy this thing in another place. Она не хочет что? She didn't want to buy this thing in another place. Покупать. Так, еще раз. She Она didn't не want хочет to buy покупать this thing эту вещь in в another другой, в place. другом месте. Так, она не хотела, это ж было. Она не хотела покупать
эту вещь в другом месте. He left his bag there. He left his bag there. Что left? Это какая форма? От чего? Leave. He left his bag there. Он ушел, что ли? He left his bag there. Там. Он оставил свою сумку там. Так, тест. Составьте предложение, заполнил пропуск. He jumped over... Что такое fence? Fence это, по-моему... Может, забор? Что-то я не помню, это трудное слово. По-моему, забор. Забор. Fence, точно, забор. Fence. Он jumped. Он перепрыгнул через... The fence, что ли? He jumped over the fence. He jumped over the fence. Hot tear. Hot или hot читается? Что я... А ну-ка. Горячий. Еще раз скажи. Hot. Горячий чай. I prefer, да? Я предпочитаю горячий чай. I prefer hot tea. I prefer hot tea. Hot tea. You prefer to do in your free time. Ты предпочитаешь делать в свое свободное время. Это вопрос, поэтому тут. Есть глагол, поэтому тут do должно быть. What do you prefer to do it in your free time? What do you prefer to do in your free time? In your free time. He in the street. Он на улице. Тут found, наверное, да? Found it. Он нашел это. He found it in the street. Он нашел это на улице. He found it in the street. It can happen soon. It can. Это может случиться скоро, да? Happen that. I hope that. Не понимаю смысла фразы. Я надеюсь, что... Или что? Наверное, да. Я надеюсь, что. I hope that. Наверное, I hope that. I hope that it can happen soon. Я надеюсь, что это случится. Я надеюсь, что это может случиться скоро. I hope that it can happen soon. Произойти еще вариант, да? I'll walk in the park tomorrow. Я гуляю в парке. Я буду гулять в парке завтра. Я погуляю в парке завтра. I think I'll walk in the park tomorrow. Я думаю, я погуляю в парке завтра. I think I'll walk in the park tomorrow. I hoped really so. Я надеялся. Да, это же было. Действительно так. Я надеялся. That
It was. Что это было, наверное, да? That it was really so. I hope that it was really so. Так. I believe that I'll aim. Я верю, что я достигну этой цели. Achieve this aim. I believe that I'll achieve this aim. What goods should goods вещи goods что такое goods продукты что ли что-то goods good это хорошее а goods продукты продукт нет. Тут есть производить это. They produce, да, они производят. А ну-ка, goods. Goods. Да какие лица, какие foods? Мне надо goods. Товары, ну, в принципе, да, товары. Какие товары они производят, да? Это they produce. What goods did they produce? What goods did they produce? Они производили. Это было. I wanted job. Я хотел что сделать? Работу. Найти, да? Find, to find. Тут 100 очевидно, а что? Хотел найти. Так, он хотел, но найти это ж не нашел же, ж, правильно? Это не found. Это find. Он хотел найти. To find a job. Вот эта вот фраза. I wanted to find a job. I wanted to find a job. Да, все. Найди ошибку. Выберите правильный вариант перевода слова. Ищем ошибку. Отметьте два правильных предложения. Какие длинные предложения? Ничего себе. He doesn't make mistakes because he has enough practice. Он не делал ошибок, потому что он достаточно практиковался, да? Потому что у него достаточно практики. Достаточно практики, да? Достаточно практики. Тут везде окончание одинаковое. She doesn't do mistake because she has. They don't. Make mistakes. She doesn't do. А, тут же make mistakes. Поэтому верные вот эти вот два. They don't make mistakes because they have enough practice. Они не делали. Стоп, стоп. Ну да. Они не делали ошибок, потому что у них достаточно практики. Да. They don't make mistakes because they have enough practice. He doesn't make mistakes because he has enough practice. Will you lock door? The door фраза у нас. Сразу выбираем эти два ответа и все. Ты закроешь дверь? Или эту дверь? Will you lock the door? Will you lock this door? He'll fly to Moscow next month. Next week, next week. Окончание одинаковое. А, вот там, где я ошибся, in поставил. Тут же у нас направление to. To Germany, to Mexico. To Moscow. Лететь.
Он полетит в Москву в следующем месяце. И I fly to Germany next week. Я полечу в Германию на следующей неделе. He'll fly to Moscow next month. I'll fly to Germany next week. He jumped over rope. Нету артикля, да? She jumped over the rope. Она прыгает через... Через веревку. Она прыгает через эту веревку. She jumped over the rope. She jumped over this rope. Прыгнула. Опять-таки, по simple. Дальше. I walked in the... I did the. Читаю the автоматом, а тут его нет. Поэтому это неверно сразу. She walked in the park every day. Она... She walks in the park every day. Она гуляет в парке каждый день. She we walk in the park every morning. Она мы гуляем в парке каждое утро. She walks in the park every day. We walk in the park every morning. He locked. Нет артикля. He locked the door. He opened the door. Он закрыл дверь, он открыл дверь. He opened the door. He locked the door. Походу, ему скучно. He, that man jumped over the river везде. Man. А, это мужчины. Ага, значит... That man, это неверно, а that man jumped over the river и those men jumped over the river. Тот мужчина прыгал через веревку, и те мужчины прыгали через веревку. Ой. That man jumped over the river. Через those реку. Men jumped over the river. Через реку. Веревку придумал тоже. She forgot, she left. Так, у нас есть так. Left чего у нас? Leave, уходить, да? Оставлять. Это забывать. His. Там было бы her. Подождите, нет. She forgot his bag at home. Она забыла. А почему тут his стоит? В смысле she и вместе с his. She forgot his bag at... А. Его сумку, а не свою. She left my bag. Тут было бы her. Her bag. А не my bag. Поэтому оставляем she left и she forgot. Да. She left his bag at home. She left my bag there. Чего? А что неправильно? Она оставила его сумку дома. She left his bag at home. She left my bag there. Она оставила мою сумку дома. А she forgot. Она забыла его сумку. А что не так? А я не понимаю, почему неправильно she forgot his bag at home. Она забыла его сумку at home дома. Подождите, а почему forgot неправильно? Она забыла его сумку дома. She forgot his bag at home. Здрасте. Вот мне написали они. She forgot his bag at home. Ну, это верно предложение. А почему неверно, мне говорят. She left his bag at home. А ну-ка. Она оставила его сумку дома.
She left his bag at home. Ну да. Она оставила мою сумку там. Так оно все верно. Алло. И she forgot верно his bag at home. Она забыла его сумку там. Ой, дома. Ну, тут какой-то бред, я не знаю. Тут все верно. Ну ладно. Она оставила его сумку дома. И что я написать должен? А, имеется в виду... Да. Оставлять, а не забывать. Забыла, то верно. В значении забыла. Но, блин, оно же верно в значении забыла, а не оставила. Это-то ясно, что верно. Вот так вот. She left his bag at home. Это понятно. She left his bag at home. Ну так оно верно само по себе. И forgot верно что же. Забыла. Тут же ж нет... Это в русского перевода. She forgot this bag at home. Это верная формулировка. Она забыла его сумку дома. Но, видимо, forgot нельзя. Именно оставила, имеется в виду left. А тут можно. Вот, и ну еще раз. Она забыла его сумку дома. Вот, перевод. Озвучивай. She forgot his bag at home. She forgot his bag at home. Мне перевели. То есть это верно. Дальше. I hopes, что... Нет, неверно. I hope that it is so. She hopes... Короче, верно эти два. She hopes so. I hope that it is so. She hopes so. Она на это... А где здесь на это? She hopes so. Почему они перевели на это? Тут же ж у нас нет it. А ну-ка. Она на это надеется. She hopes so, да. Без это, то есть she hopes so, so. Интересно. I think he will agree to it. Я думаю, он согласится сделать это. Было бы agrees? Не, тут верно. I think he will agree to it. А, to do it было бы... не хватает to. Уже два глагола. She thinks... Ну да. Тогда мы эти два оставляем, а первое неверно. She thinks he will agree to do it. I think she won't agree to do it. Вот, she forgot, ну, оно тут все верно. И she forgot his bag at home, и she left his bag at home. Ну ладно, давайте эти left напишем. She left his bag at home. She left my bag there. Я понял. Ну ладно, все тогда. Урок мы завершили, и это прекрасно. Где там эта камера? Всем спасибо, всем до свидания.